67 покинувших Россию иностранных компаний начнут работать в Казахстане. Такие данные озвучил заместитель министра иностранных дел страны Алмаз Айдаров. В настоящее время с этими компаниями достигнуты соответствующие договоренности. Всего с февраля прошлого года в Казахстан переехали и успешно работают 25 иностранных компаний из России, сообщают в МИД. Остальные все еще находятся в процессе переговоров с правительством. 401 компания, которой мы заинтересованы по переезду в Казахстан. Всем этим компаниям были отправлены приглашения. Наши послы встречаются с головными компаниями. На сегодняшний день 67 компаний положительно нам ответили. По ним работа ведется, и по 25 компаниям релокация завершена.